главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Наворовал на бюджет. В ГПУ подсчитали, сколько денег страна потеряла при Януковиче. Налетал на миллионы. Куда путешествует Трамп и во сколько его рейсы обойдутся американским налогоплательщикам? Намутили воду. Почему в Одесской области селяне восстали против арендатора водохранилища? Человек с искусственным лицом. На какую операцию решились израильские врачи? В зоне АТО до наступления режима тишины очень далеко. За минувшие сутки боевики обстреливали украинские позиции на Донбассе 19 раз. Ранения получили трое наших бойцов. Подробнее о ситуации на передовой расскажет Ирина Баглай. У вас рост какой? 1,87 м. Рост, ну а тут где-то 1,60 м. Такую воронку оставил снаряд калибра 203 миллиметра. Предположительно, из арт-установки «Пион». Мы услышали очень мощный взрыв, что волна шла аж метров 200 вперед. Буквально через минут 5-10 пошли мины сыпаться, 120-е мины вокруг. Дальность выстрела орудий боевиков позволяет им вести огонь из захваченных городов. 120-е минометы бьют с поселка Сокольники. То, что больше 120 бьют с направления Фрунзе, Своеносербска. Движение вражеской техники вдоль линии соприкосновения под селом Крымским, где держат оборону наши военные, продолжается уже неделю. 9 мая подтягивают технику, подтягивают личный состав. Это ярко видно, каждый день наблюдают посты. В наглую провоцируют. Земля вокруг позиций армейцев изрыта минами. Но открыто идти в атаку наемники, воюющие под флагом Донского казачества, не рискуют. По ночам пытаются приблизиться, роют новые окопы. Постараюсь за ночь, бо вчера ее не было. И так она трошки выдвинута вперед. Наблюдая за противником, Сергей сегодня утром чудом уцелел. Снайпер дважды пытался его ликвидировать. Пострел тоже как бы не было чуть. Але типа я почув свист резко і присів теж, спів присісти, і одна типа куля ось влучила прямо в бійницю на рівні з моєю головою. І був потім другий постріл, тільки тут уже трохи вище, влучила ось сюди. Ось. Трошки хапнув адреналіну, але типа хорошо, швидко дійшов. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Віктор Іотка із Донецької області. Подробності телеканал Інтер. 128 украинцев находятся в заложниках у боевиков в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, еще 10 пленников содержатся в России. Служба безопасности мониторит ситуацию и поддерживает контакты с родственниками заложников. Количество освобожденных увеличивается, но процесс усложняет излишняя политизация, отметил Тандит. В Украине упала добыча угля. В прошлом месяце горняки выдали на гора почти на четверть меньше топлива, чем за тот же период 2016-го. Причина – захват боевиками шахт на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник Минэнерго. Напомню, после начала торговой блокады Ордло боевики заявили, что национализируют часть предприятий, которые находятся на неподконтрольной Украине территории. Зато в сфере добычи газа показатели другие. Впрочем, речь не об объемах, а о зарплатах топ-менеджеров компании «Укргаздобыча». Согласно аудиту, 5 руководителей предприятия в прошлом году заработали свыше 31 миллиона гривен. Это почти в 13 раз больше, чем в 2015 году. Вырос и доход компании, ее чистая прибыль превысила 55 миллионов гривен. Напомню, 100% акций компании принадлежит «Нафтогазу Украины». К слову, в прошлом году четверо членов правления компании подняли себе зарплату в 13 раз. Подстраховался на случай отставки глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, который, кстати, в месяц получает до 3 миллионов гривен. Как сообщают украинские новини со ссылкой на свои источники, по контракту, уволив Коболева, государство выплатит ему выходное пособие в размере 12-месячного среднего заработка. Это значит, что его вольная обойдется казне примерно в 37 миллионов гривен. Контракт с руководителем «Нафтогаза» заключили до марта 2019-го. 40 миллиардов долларов или один годовой бюджет Украины. На такую внушительную сумму буквально за 2,5 года правления обогатилось окружение беглого президента Виктора Януковича. Так считают в Генеральной прокуратуре. В одном из интервью заместитель генпрокурора Евгений Енин рассказал,
Преступная группировка, которой управляли Сергей Курченко и Александр Клименко, каждый месяц выводила в тень до 100 миллионов долларов. И это только в Днепропетровской области, заявил Енин. Йдеться про діяльність міжнародного фінансового відмивочного хабу, де гроші, скажімо, відмивались за кордон і надалі вже відбілені використовувалися на придбання нерухомості, футбольних клубів або, наприклад, так зване реінвестування в Україну, тобто купівля облігацій внутрішньої державної позики. Дорогой президент, в США вспыхнул новый скандал. За что Дональда Трампа обвиняют в расточительстве и во сколько его привычки обходятся американской казне? Дмитрий Анопченко подсчитал расходы первого лица Америки. Ему не сидится в Белом доме. Дональд Трамп постоянно путешествует. Не за границу, а по стране. Ведь во многих городах Соединенных Штатов у него недвижимость. Там и работает, и встречи проводит. Вот и в эти выходные Трамп в Нью-Джерси. И даже предупредил страну. Написал в Твиттере, мол, поработает из дому. Вместо того, чтобы вызывать суматоху в Нью-Йорке, я поработаю дома в Бэдминстере, Нью-Джерси, в эти выходные. Это также экономит деньги страны. Впрочем, об экономии сказано было зря. Американская общественная организация Judicial Watch много лет изучает расходы на президентские поездки различных глав государства. Вот и о Трампе они составили первый отчет и выяснили, он по привычке тратит очень-очень много. Но если раньше это были его собственные деньги, то теперь государственные. Очень часто президент в своем поместье в Мар-а-Лаго, которое называют «зимним белым домом». Он там даже с мировыми лидерами встречается, к примеру, недавно с руководителем Китая. Но каждый полет президентского борта номер один, Air Force One, в аэропорт Палм-Бич обходится американским налогоплательщикам более чем в полмиллиона долларов. ВВС США вынуждены были раскрыть смету. Рейс в феврале – 670 тысяч, следующий в марте – 612 тысяч. Это еще без учета расходов на командировки президентской охраны, Secret Service, и на услуги Пентагона. А именно военное ведомство перевозит к месту пребывания главы государства президентский автопарк. К тому же существуют еще и расходы местной власти. И в бюджете страны, который подписал сейчас Трамп, выделены огромные средства для компенсации. К примеру, 30 миллионов Нью-Йорку, где стоит Трамп Тауэр и где по-прежнему живет его семья. Или 61 миллион долларов крохотному Бэдминстеру, где президент проводит и нынешние выходные. Так что стандартное тут обращение. Dear Mr. Trump, дорогой мистер Трамп, можно воспринимать и буквально. Новый президент в стране действительно дорогой. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер». В Киеве нашли тайник с противотанковыми гранатометами и патронами. Обнаружили его в лесопарковой зоне в Голосеевском районе сотрудники СБУ и полиции. Изъяли два противотанковых гранатомета вместе со снарядами к ним и еще 160 патронов. По факту открыли уголовное дело. Силовики ищут хозяев столичного схрона. 200 килограммов сала пытались незаконно вывезти в Россию двое жителей Харьковской области. Но пограничники пресекли попытку контрабанды стратегического продукта. Автомобиль задержали в приграничной зоне неподалеку от села Отрадное. При обыске в багажнике нашли 9 мешков с салом. Нарушители оказали сопротивление и теперь будут отвечать не только за попытку контрабанды, но и за злостное неподчинение сотрудникам погранслужбы. Конфликт в Балском районе Одесской области. Местные аграрии взбунтовались против арендатора водохранилища. Люди подозревают, по заказу бизнесмена избили активистов. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Жители села Перелеты собираются на стихийный митинг. Одной из женщин внезапно становится плохо. Это мать Виктора Кантановича. На днях мужчину на глазах родных в его доме жестоко избили неизвестные. Их было около 20, все в камуфляжной форме, назывались ветеранами АТО, но вели себя как настоящие бандиты. Пришли, сбили ее с них, стали бить, и потом тянули его до машины. Я стала колбасник, кричу, что он вам сделал? За что так и сделали? Второй избитый Сергей Мартыновский. Его злоумышленники погрузили в багажник автомобиля и вывезли на окраину села. Сказали, что последний раз предупреждают. Больше таких разговоров не будет, а последует выстрел в голову. Сами пострадавшие, да и жители села уверены, громил в камуфляже подослал местный предприниматель, который арендует водохранилище неподалеку от Перелетов. Мол, в последние годы местные то и дело скандалят с охраной водоема.
Когда мы приезжаем отдыхать на речку, выгоняют деток маленьких, чтобы они не сидели даже с удочкой, с маленькой самодельной удочкой. Водохранилище площадью 150 гектаров коммерсанты взяли в аренду 6 лет назад для разведения рыбы. В администрации предприятия категорически отрицают свою причастность к избиению активистов и утверждают, для спортивной и любительской ловли выделили желающим участок пляжа, прилегающий к трассе. Все это согласовали с райадминистрацией. Впрочем, сами чиновники разъяснить условия аренды не смогли. Ну, я ж говорю, у нас зараз немає тих спеціалістів, що компетентні в цих питаннях. Начальник в отпуску зараз. Жители окрестных сел намерены добиваться расторжения договора аренды, чтобы, дескать, сама община распоряжалась водохранилищем. И даже создали для этого общественную организацию. Адвокат арендатора, в свою очередь, утверждает, общественники попросту манипулируют селянами. Есть вот эта общественная организация, то есть их там человек 15, то есть они, соответственно, там приводят еще людей, мы спрашиваем, а что вот вы хотите? Они говорят, мы хотим, чтобы вы ушли, а мы сами будем здесь разбираться. Селяне требуют, чтобы в ситуацию вмешались местные власти, а полиция разыскала и наказала погромщиков. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. 500 евро за ребенка. За такую сумму в Черкасах женщина пыталась продать свою новорожденную дочь. Малышку передала неизвестному мужчине, едва выйдя за порог роддома. Подробности выяснял Станислав Кухарчук. Один из самых благополучных роддомов Черкас. Здесь ежедневно появляются на свет до десятка малышей. Вчера из этих дверей вышла пара с младенцем. Но едва внешне счастливое семейство покинуло территорию больницы. Мужчина отдал женщине пачку денег и ушел вместе с четырехдневной девочкой и документами о выписке. Сегодня весь роддом обсуждает эту новость, но комментировать ее не хотят. Значит, я при этом присутний не был. Тут никаких комментариев давать не буду. Ні, ну те, що їх заарештували, ні. Ну, короче, ніяких коментарів з цього приводу не дають. Покупатель, в отличие от матери малышки, был подставным. После передачи денег женщину тут же задержали сотрудники полиции. О том, что она собирается продать своего ребенка, в полиции узнали еще задолго до рождения младенца. Во время беременности будущая роженица спешно искала покупателя. Малютку отдала, даже не торгуясь. Інформація про те, що мешканка Черкаського району підшукує покупця на дитину, надійшла до працівників відділу по боротьбі з злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Вона визначила суму за свою дитину в сумі 15 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про обрання її міри запобіжного заходу та позбавлення батьківських прав. Что побудило внешне благополучную 33-летнюю женщину продать своего ребенка незнакомому человеку? Полицейские не рассказывают журналистам детали биографии задержанной. Она сама внятно объяснить ничего не может. Уже в райотделе кается в содеянном. Уверяет, думала не о деньгах, мечтала о лучшем будущем для своей дочери. Не, я не оцениваю так. Ну, просто что я действительно думала, что она в семью попадет, что ей ну, краще будет, чем... Я при последней встрече с ней, то я пыталась, что че собі беруть, че... Сейчас горе-мать находится в СИЗО, а новорожденную сотрудники полиции передали врачам. Женщине грозит до 15 лет за решеткой и лишение родительских прав. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасы. Более 70 тысяч людей вышли на улицы в столице Польши. В Варшаве проходит марш свободы. Акцию протеста против политики правительства инициировала оппозиция, но помимо ее сторонников на демонстрацию пришли и те, кто не имеет каких-либо политических симпатий. Участники марша выступают за соблюдение европейских свобод и ценностей, а также более жесткую борьбу с коррупцией. Митинг прошел мирно и в эти минуты завершается большим концертом. А во Франции выбирают президента. Голосование стартовало на островах Сен-Пьер и Микелон из-за большой разницы во времени. Жители материковой части Франции придут на участки завтра. Чего ожидают французы от второго тура выборов и как проходит день тишины, знает Елена Абрамович.
Французскую предвыборную кампанию западные СМИ сравнивали с американскими горками. Она закончилась, но скандалы продолжаются. Вечером, накануне Дня тишины, в сети появилась переписка штаба Эммануэля Макрона. «Ничего противозаконного в этих письмах нет», — уверил кандидат. А власти страны призвали СМИ не использовать данные, чтобы не нарушать закон. «Меня это не удивляет. Известно, что существует влияние извне, попытки изменить ход выборов, пусть даже в последний день перед самим голосованием». Французским медиа сегодня запрещено говорить о кандидатах или настроениях избирателей. К слову, четверть жителей страны идти на избирательные участки не собираются. Не поддерживают ни одного кандидата. Даже в северном курортном городке Летуке, где Макрон и его жена Бриджит часто отдыхают и считаются местными звездами, такая же ситуация. «Я не поддерживаю ни одного кандидата. Совершенно не разделяю их политические взгляды. Поэтому просто не могу голосовать против своих убеждений. Буду голосовать против всех, потому что ни один кандидат меня не впечатляет. Не боюсь Ле Пен, но в любом случае завтра выиграет Макрон. И для меня это не проблема». Тем временем парижане не настолько уверены в результатах голосования. «Я не переживаю, но все-таки надеюсь, что явка будет достаточно высокая, и это поможет получить результат, на который мы все надеемся». Второй тур довольно каверзный. Не думаю, что выиграет Ле Пен, но вполне возможен одинаковый результат. Неохотно, но собирается прийти на участки и молодежь, чтобы избежать ситуации, в которой полгода назад оказались американцы. «Честно говоря, я в шоке. Еще недавно мы говорили о Трампе и тыкали пальцами в сторону американцев. А теперь то же самое происходит здесь». «Понятно, что обычно во втором туре нам приходится голосовать против кого-то, а не за. Но так работает демократия». Голосование стартует завтра в 8 утра. На некоторых территориях Франции, в других часовых поясах, участки уже открылись. Какого президента выберут французы, проевропейского или же евроскептика, станет известно в ночь с воскресенья на понедельник. Елена Абрамович, подробности, телеканал Интер. Предвыборная кампания идет и в Германии, но там дама уверенно вырывается вперед. Ангела Меркель набирает баллы и, похоже, имеет все шансы остаться канцлером на четвертый срок. В чем секрет ее успеха и почему не работает так называемый эффект Мартина Шульца, расскажет Татьяна Лагунова. Когда Ангела Меркель раздумывала, стоит ли баллотироваться на четвертый срок, многие немцы были настроены скептически. Дескать, сколько можно, от Меркель все устали, немецкой политике нужна свежая кровь и так далее. Но канцлер решила рискнуть и, похоже, не прогадала. Если бы выборы состоялись в это воскресенье, христианские демократы во главе с Ангелой Меркель одержали бы победу. Причем убедительную. Данные о самых свежих соцопросов однозначные. Блок канцлера ХДС-ХСС снова набирает баллы. И опережает своих главных соперников, социал-демократов, с отрывом 8%. Социологи нашли и причину: активная деятельность Меркель на международной арене. Она то в Вашингтоне, то в Сочи, то в Брюсселе. И везде достойно представляет интересы Германии. Да и шутить начала намного чаще. Это нравится электорату. «Алюминий – это так называемый универсальный распространенный металл. Девиз вашего предприятия сделан в Европе с легкостью. Я бы хотела применить эту легкость и в политике. Но все мы знаем, что иногда легкость достигается упорным трудом». Главный конкурент Ангелы Меркель Мартин Шульц тоже ездит по стране и много шутит. Хотя в штабе социал-демократов сейчас не очень весело. Резкий рост рейтингов партии, которые окрестили эффектом Шульца, остановился и пошел на спад. Не страшно, убеждает сторонников лидер политсилы. «Ровно 100 дней назад я стал кандидатом в канцлеры от социал-демократов. Тогда рейтинг партии составлял 21%, сейчас 29%. Если в последующие 100 дней тенденция сохранится, я буду очень доволен». Чтобы догнать Ангелу Меркель, у Шульца больше, чем 100 дней. Выборы в Германии назначены на конец сентября. Осенью немцы будут выбирать Бундестага. В эти и следующие выходные состоятся самые важные перед парламентскими земельные выборы. Голосовать будут в землях Северной Рейн-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейн. И местные политологи уже прогнозируют: партия, которая выиграет эти выборы, затем возьмет и Берлин. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.
Заседание комиссии по магии и оккультизму. Это не фрагмент из Патерианы, а реалии Ивано-Франковска. Там заподозрили в колдовстве кузнецов. Подробности в нашем сюжете. Ежегодно в День города в Ивано-Франковске проходит фестиваль «Праздник кузнецов». Сюда съезжаются сотни мастеров из разных стран мира. В этот раз они решили ковать железо под девизом «Время на нашей стороне». По мотивам романа «Фэнтези» «Часодеи» местной писательницы Наталии Щерби. Вона каже, давайте на цю тему зробимо, наприклад, годинники, як виміри часу, і прикрасимо ці годинники елементами на тему часу. Шестиметровая сказочная башня с тремя большими часами. Именно такой подарок городу в день рождения и решили сделать кузнецы. Но вот представители местных религиозных организаций усмотрели в этой работе откровенно антихристианские, магические и оккультные идеи. Ведь в книге писательницы упоминается о магии. И тут же направили мэру требование не допустить установку скульптуры. В городском совете даже созвали специальную комиссию по оккультизму. Так, і треба так зробити, якщо ми християнська держава. Ми не християнська, ми світська держава. А чи не стане цей знак місцем того відьомського поклоніння, яке описано в тій книзі? То, що ми говоримо, що вона казочка, казочка, люди добрі. Ми маємо казочку, де маємо синього кита. Це пересмикування. В мене велике таке, якби, ну, здивування. Люди роблять мистецтво, ремесло. І це, звичайні, є цехові традиції. Просто в нас дуже багато людей з села, які не розуміють, що таке цехові традиції. Ну і після довгих дискусій сторони так і не прийшли до компромісу. В мерії фестивалі вирішили все ж не відміняти. Каркас будущої башні вже готов. Кузнець Ілля Попюк працює над одним із фрагментів. Моя робота – це символізує людину, яка котиться на, скажімо, колесі шестернях часу, яка жонглює в часі по життю. На звинувачення, то хай люди трошки почитають, я вже казав, Біблію, і розберуться в своїх концесіях і не заважають ковалям працювати. После завершения фестиваля все работы кузнецов осмотрит специальная комиссия, а будут искать элементы магии и оккультизма. И только затем, если не найдут, башню установят на одной из улиц города. Инна Томина, Жанна Дучак, Зиновий Автанас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковск. Киев вовсю готовится к началу Евровидения. Сегодня мэр столицы Виталий Кличко после реконструкции открыл почтовую площадь, где обустроят одну из фан-зон песенного конкурса. Здесь обновили фонтан, всю пешеходную зону и смотровую площадку. Установили скульптурную композицию, прообразами для которой стали основатели столицы Кейщек Хариф и их сестра Лыбедь. Не забыли и о людях с ограниченными возможностями. Для них на территории обустроили пандусы. А уже послезавтра от причалов почтовой площади начнет курсировать речной трамвайчик. На нем можно будет добраться до левого берега, прямо к месту проведения конкурса. И, по словам мэра, благоустройство почтовой площади на этом не завершится. Место, которое стало одним из любимейших в нашем месте, Почтова площадь. Гарный вигляд на Труханів острів, на Дніпро. И взагалі, каждый вечер тут находятся десятки тысяч людей, которые приходят на площадь. І дуже добре, що сьогодні ми, як обіцяли, до тронових свят вже майже 100% відкрили площу. Ще деякі роботи будуть проводитись для того, щоб вихід з метро зробити на площу. Виталий Кличко также сообщил, что для удобства гостей и жителей города работа общественного транспорта на время проведения конкурса будет продлена. А вот фуникулер мэр проинспектировал лично. Мировое турне культовых британских музыкантов стартовало. Группа Depeche Mode выступила с первым концертом в шведском Стокгольме. 37 тысяч фанатов вживую услышали новый альбом «Spirit». Всего в рамках очередных гастролей шоу посетят 1,5 миллиона человек. Легендарный коллектив выступит в Европе и Америке, заглянут и в Киев. Грандиозное шоу на Олимпийском стадионе запланировано на 19 июня. Британская певица Адель в роли старушки, французский актер Ален Делон планируют уйти на пенсию, а худощавые модели во Франции вне закона. Об этом и не только в нашем международном обзоре.
Последний фильм Алена Делона «Секс-символ 70-х» заявил о завершении карьеры. По словам 81-летнего актера, он хочет уйти с экранов как боксер с ринга, без лишних попыток сделать что-то стоящее. Завершить свою последнюю работу Делон планирует осенью. Это будет фильм о любви между мужчиной его возраста и женщиной лет 50. Прошлая кинокартина с его участием «Астерикс» на Олимпийских играх вышла почти 10 лет назад. Все это время актер играл в театре и снимался в телесериалах. Хочешь на подиум? Сначала встань на весы. Во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей. Согласно новому закону, при наеме на работу девушки должны будут предоставить справку от врача о состоянии здоровья, в том числе о том, что соотношение веса и роста находится в пределах нормы. За трудоустройство худышек работодателям грозит штраф до 70 тысяч евро или даже пару месяцев за решеткой. Мера продиктована заботой о здоровье моделей. Молодая бабуля. Британской певице Адель исполнилось 29 лет. За многочисленные поздравления друзей и поклонников она поблагодарила весьма необычно. На своей странице в Твиттере певица опубликовала серию фотографий в стиле бабушек. В парике, гриме, розовой шерстяной кофточке и очках на цепочке. Но с веселыми гримасами. Необычные снимки подписала почти 30, намекая, что некоторые считают этот возраст уже солидным. В японском парке развлечений Хираката появилась услуга. Посетитель может разобраться с плохими парнями. За деньги, конечно. Все для того, чтобы впечатлить свою спутницу на свидании. Роль задиры исполняют актеры. По задумке они хамят заказчику, а затем позволяют киношно избить себя. Желающим воспользоваться услугой нужно будет посетить тренировку, где покажут, как эффектно, но не больно колотить актеров. Работу иранских строителей сдуло ветром в прямом смысле слова. В Тегеране ураган разрушил 35-этажное недостроенное здание. Каркас высотки вместе со строительными лесами рассыпался буквально за минуту, как спичечный коробок. На месте строения осталась лишь гора металла. Очевидцы говорят, на месте строительной компании в следующий раз не рискнули бы возводить что-либо похожее. Уникальную операцию провели израильские врачи. Они создали для пациента искусственное лицо. Причем пациентом был сириец. Детали знает Сергей Ослендер. Когда этого человека доставили в больницу, даже многое повидавшие израильские врачи буквально пришли в ужас. Молодому сирийскому парню пуля снайпера попала в лицо. Она раздробила кости, скулу, верхнюю челюсть, нос, глазницу. Лица у него, по сути дела, не было. Чудо, что он вообще остался в живых. На Западе в таких случаях пациенту могут сделать пересадку лица, но эта операция очень долгая, сложная, с неопределенным прогнозом. А главное, после нее больному нужен тщательный пожизненный уход и прием дорогостоящих лекарств. В охваченной гражданской войной Сирии это попросту невозможно. Израильские медики пошли по другому пути. Они, по сути дела, решили заново создать лицо пациента. Мы уже очень хорошо освоили технологию печати костей на 3D-принтере. Поэтому просто напечатали кости, скуловую, челюсть, нос и так далее. Куда сложнее было с кожей, пересаживать его собственную мы не стали. Он получил другие ранения и ожоги. А мы просто вырастили его кожу в лаборатории, взяв образцы клеток. Вырастили столько, сколько нужно, без всякого риска отторжения. А дальше все было, что называется, делом техники. В ходе долгой многочасовой операции кости, напечатанные на принтере, установили на место, а потом покрыли импланты кожи в ходе очень долгих и кропотливых процедур. Сейчас сириец на реабилитации, ему предстоит еще несколько операций, но совершенно смело можно утверждать, что он первый в мире человек с искусственным лицом. Снимать его, правда, не разрешают. Во-первых, работа еще не закончена, а во-вторых, по соображениям безопасности, парню еще предстоит вернуться в Сирию. За годы гражданской войны в этой стране через израильские больницы прошли десятки тысяч сирийцев. Врачи оказывали им самую разную помощь, провели сотни сложнейших операций, принимали роды и протезировали. Сейчас встал вопрос, а кто будет за все это платить? Счета за оказанную медицинскую помощь уже составляют десятки миллионов долларов. И очевидно, что сирийское правительство эти долги покрывать не будет. Так что, судя по всему, платить придется израильским налогоплательщикам. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Список киевских православных святынь пополнился еще одной иконой – Владимирской Десятинной. Сегодня ее причислили к чудотворным и отслужили по этому поводу молебен в столичном Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы. Образ Девы Марии в Киев привезли из Соединенных Штатов, где 20 лет назад его написал брат-настоятеля храма как образец для иконописцев. Столица икона несколько лет находилась в так называемой Скинии –
Но спустя некоторое время прихожане увидели перед алтарем Деву Марию. Расценив ее появление как благословение этого места, митрополит Владимир дал добро на строительство храма. За 10 лет, рассказывают прихожане, икона не раз являла свои чудеса. Кому-то помогала избавиться от болезни, кому-то от бесплодия, а кому-то найти супруга. В Америке, в Калифорнии, в городе Сан-Франциско было написано специально как экспонат. И здесь пришло это первое чудо. Так и явилась Собор Пресвятой Богородицы, посмотрела на свой образ, постояла, подняла свои пречистые руки и всех нас благословила, зашла во святая святых. Да. Все 10 лет я хожу в этот храм. Очень много рассказывали. И я сама, у меня самой такое было. Я молилась этой иконе за свою подругу. Ей делали операцию на ноге. Она на второй день встала. Коллеги, икона появляется. Чудодійство, то не зразу її прославляють, провіряють, чекають. Ця ікона сьогодні перерахована до місцевих шановних святинь міста Києва. Так що Київ ще має одну покровительницю в виді ікони Божої Матері Володимирська Десятина. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи.